Вот как одним словом описать каждого знака зодиака. Что будет, если попробовать свести характер знаков зодиака к одному слову? Это может быть любимое словечко, без которого не обходится ни одно высказывание человека, или же его главная черта характера. Астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть свое кодовое слово, в котором и отображается вся сущность человека. Овен – лучший. Овны любят соперничать и побеждать. Фраза «главная» не победа, а участие выводит их из себя. Им важно быть выше, умнее, сильнее, богаче и красивей, одним словом, лучше всех. Каждый раз, когда они выходят куда-либо, непременно подчеркивают это лучший ресторан в городе. Это лучшая пицца, попробуйте. У меня лучший парень, лучшая девушка. Теперь вы знаете, как порадовать знакомого овна, просто чаще напоминайте ему, что он лучший. Телец, надежный. Тельцы не любят идти на неоправданный риск. Они стремятся к стабильности и уверенности в завтрашнем дне. От близких они ожидают поддержки и готовности прийти на помощь в трудную минуту. Да и сами они очень верные и постоянные друзья, на которых всегда можно положиться. Так что почаще хвалите тельцов за их надежность. Близнецы – интересный. Близнецы очень любознательны. Они открыты новым знаниям, новым знакомствам и новому опыту. Близнецы любят производить впечатление своей эрудицией и образованностью. Поэтому прилагают максимальные усилия, чтобы быть для каждого интересным собеседником. В людях они ценят те же качества, поэтому в общении с близнецами не допускайте банальности и скуки. Рак – безопасный. Раков часто считают трусливыми и мнительными, но на самом деле у них просто очень развита интуиция. Они никогда не примут решение, если не чувствуют уверенности в том, что оно безопасно для них. Раки очень трепетно относятся к своим близким, поэтому их постоянно нужно убеждать в том, что в их семье все здоровы, счастливы и успешны. Если вы хотите, чтобы рак раскрылся и доверился вам, создайте вокруг него безопасную атмосферу, окружите уютом и спокойствием. Лев – неповторимый. Овну нравится чувствовать себя лучшим по сравнению с другими. Но если вы захотите сравнить льва с кем-либо, он придет в ярость. Лев – уникальный и неповторимый. Он выше всех сравнений. Для него важно быть исключительным в глазах любимого человека. Поэтому лучшим комплиментом для него будет сказать, какой он уникальный и неповторимый. Дева – правильный. Девы играют по правилам и не нарушают социальных норм. Этим людям необходимо знать, что их поступки правильны, логичны и рациональны. Девы очень боятся совершать ошибки. Им непременно кажется, что все обращают внимание на их промахи и осуждают их. Мужчина-дева нуждается в постоянных убеждениях, что он поступает правильно и практично. Девушки-девы всегда отличницы и умницы. Весы – прекрасный. Весы любят видеть прекрасное во всем. Красивая картина, приятная девушка, очаровательный парень. А что это за прелестные цветы на подоконнике? Ах, как прелестно было сказано. Весами нужно восхищаться как произведением искусства. Мужчин весов следует похвалить за их романтичность и умение быть джентльменами. Девушки оценят, если вы похвалите их грациозность и утонченность. Скорпион – мощный. Скорпионы не признают полумер. Они с головой окунаются в эмоции и без остатка отдают себя делу. Такая импульсивность, конечно же, должна вызывать мощную реакцию у окружающих. Правда, зачастую скорпионам наплевать на то, что о них думают другие. Эти напористые и энергичные люди оценивают действия других, только если они достаточно мощные, в противном случае они даже не замечают их. Стрелец – авторитетный. Авторитет нужен стрельцам не для власти, а для уважения в обществе. Они любят, когда люди просят у них совета и могут часами направлять других на путь истинный. Они стремятся самосовершенствоваться и развиваться в морально-нравственном плане, черпают знания из надежных источников, чтобы потом стать гуру и наставником для других. Лучшим комплиментом для стрельца будет принятие его идей и убеждений. Козерог – статусный. Козерогам очень важно признание. Им хочется чувствовать, что они делают что-то значимое и ценное. Поэтому они очень озабочены коллекционированием дипломов, медалей и наград, которые подтверждают то, что они стараются не зря. Козероги любят уважение и стремятся занять положение в обществе, часто покупая для этого статусные вещи, дорогую машину, часы и новомодные гаджеты. Водолей – оригинальный. Водолеи очень креативные, умеют смотреть на вещи под другим углом. Они видят решение там, где другие видят лишь безвыходную ситуацию. Найдя в себе творческое начало и осознав свою непохожесть на других, водолеи часто становятся нонконформистами и нарочно демонстрируют свою уникальность. Они любят выделяться из толпы и чувствовать себя обособленно. Поэтому слово «оригинальный» законно принадлежит водолеям.
Рыбы сказочной. Рыбы – творческие натуры с тонким душевным складом. Они способны на безусловную любовь и самоотдачу и категорически не желают снимать розовые очки. Рыбы обладают богатым воображением и зачастую живут как будто в выдуманном мире, где все сказочно, красиво, легко и романтично. Эти фантазеры верят, что нет ничего невозможного, стоит только немного постараться, и все их мечты сбудутся. Что ж, возможно, они правы, ведь когда-то полеты в космос тоже казались сказками. Конечно, каждый человек очень многогранен и уникален. Поэтому нельзя поместить весь спектр личных качеств в рамки одного лишь слова. Досмотрев это видео, наверняка вы отметили много сходств в описании своего знака или же знака зодиака своих друзей. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.